В общем, привет. Забрал, значит, акустику сегодня вот из ремонта. Значит, что мне сделали? Заменили лады. Вот, поставили новые лады. Значит, белорусские лады, размер 2,8. Значит, поставили новые струны, вот, заменили на Dunlop фосфор бронза 11,52. В общем, мне тут также, я говорю, гитару вот мне немножко там, значит, убрали косметические дефекты, там немножко вот эта вот белая, значит, окантовка, она была, значит, немножко побита, там кусочек был отколот. Также мне поставили новые, значит, пластиковые шайбы под колки. Собственно, вот, вот если, значит, есть тут вот видно, вот между, значит, вот здесь вот между, в общем, между самой вот этой шайбой колковой и, в общем, ну, собственно, ножкой, вот как бы куда она крепится, поставили новые пластиковые шайбы, но, в общем, колки остались старые. Ну и вот, собственно говоря, вот еще, значит, заменили накладку, потому что там уже тоже от пальцев и, ну, собственно, накладки на, ну, накладки на гриф тоже пришел, как говорится, ну, она пришла в некондицию, поэтому ее тоже заменили. Так что накладка у меня теперь тоже новая на гриф, как собственно, и лады. Ну, вот что вы можете видеть. Вот. И после этого я вам скажу, конечно, гитара, ну, зазвучала, она, ну, преобразилась. То есть вот. Звучит, конечно, она теперь здорово, классно и хорошо. Ну, собственно говоря, опять же, хочу сказать спасибо Алексею Шпыневу, который вот довел и этот инструмент тоже до ума. Поэтому вот, заменив, собственно говоря, накладку, лады, струны и вот, вот эти вот пластиковые шайбы там на колках. Ну и вот косметическую вот эту вот он опять же сделал, вот, вот эту вот окантовку по краям, там вот он немножко ее подзаделал. Ну, собственно говоря, если тут видно, вот она должна быть где-то. А, ну вот. Вот, ее, собственно говоря, видно. А он ее немножко заделал здесь. Ну и все, собственно говоря, вот. Все остальное, там пружины и, собственно, вся вот начинка ее осталась нетронутой. Ну, собственно говоря, как и вот колки тоже вот. Ну, за исключением вот этих вот замены шайб, они тоже не тронутые, они тоже как бы родные. Ну вот, собственно говоря, вот такой вот, так вот мне сделали гитару, заменив лады только и, собственно говоря, и струны, по большому счету. Ну и все, вот так вот. Это, опять же, я говорю, работа вот Алексея Шпынева, который мне любезно как бы ее сделал. Вот так вот.